Это зал чемпионов. Южно-казахстанские спортсмены на чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу среди всех возрастов и жимулёжа среди молодежи завоевали 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых наград. Старший тренер Сергей Рашидов в восторге от результатов и уровня чемпионата в семье. Чемпионат, просто уже отмечали, там специалисты у нас неоднократно, то есть прошел просто наилучшим образом, очень на высоком уровне, потому что именно в этот раз, допустим, организаторы соревнований постарались. Динара Абдурайымова на соревнованиях в семей завоевала путевку на чемпионат Азии. Девушка выступает в весе до 63 килограмм. Я заняла первое место в жим лежа. Я подходила там три подхода, 60, 65 и 70. И больше всех я пожала в экипировке, в жимовой майке. А третье место я заняла в троеборе. Присела также 95, 65 пожала и 112 становую тягу поделала. Абсолютной чемпионкой Казахстана стала Александра Баймбетова. В жиме лежа девушка завоевала золотую медаль. Самое удивительное, что девушка всего 3 месяца занимается этим видом спорта. Как вы видите, недавно выиграла первую золотую медаль, занимаюсь относительно недавно, буквально 3 месяца. Первая золотая медаль и серебряная. Думаю, отличные результаты для 3 месяцев. Впереди у пауэрлифтеров нашей области чемпионат мира, который стартует в Венгрии 1 сентября, и чемпионат Азии в Кыргызстане 17 сентября.